Я считаю, что не школа барабанов — это очень популярный кейс. Не продаешь ли ты кота в мешке? Вопрос очень сильно провокационный. Я сейчас буду палить контору немножко. Я видел много случаев, как люди, которые хотели купить франшизу, ездили за Таней, она в салон красоты, они за ней. Такой, деньги принесли, да, 1 500 000 рублей, откроется точка где-то в Твери, моя вторая, и еще мою вывеску повесит. Вау!